Добрый день, дорогие друзья. Буквально несколько тезисов. Тезис первый. Честно апеллировать к мнению народа можно только в двух случаях. После выборов. Вот тогда народ говорит. За кого за, за кого против. Я думаю, народ сказал, за кого за. Большинство в зале есть. Вторая апелляция к мнению народа может быть только после референдума. Все остальное политические спекуляции. Вот и все. В этой части абсолютно прав Симоненко. Он говорит, давайте скажем. Ну, 199 человек на Черниговщине, это еще не мнение Черниговщины. Ну, пусть 201 стоит. Это не вся Черниговщина. Если мы сейчас посмотрим Харьков и Савельев, там 1,5 миллиона будет. В другую сторону. Поэтому не нужно заниматься политическим спекуляцией. Теперь в отношении того, что происходит. Еще раз говорю, принципиальная позиция была изложена и вчера, и позавчера, и сегодня на пресс-конференции трансляция была такая, один плюс один сегодня вечером будет все это показывать еще раз. Курс на создание европейских стандартов качества жизни в Украине, он без альтернативы, никто ее не принял. Еще раз повторяю, этот курс неизменный, мы должны создать Европу в Украине. Вопрос второй. Любой вопрос, решение любого вопроса имеет цену. И вот сегодня цена подписи в Вильнюсе при отсутствии серьезных финансовых компенсаторов со стороны Европы, при потере рынка в России, это закрытие десятков сотен предприятий, это увеличение безработицы на сотни тысяч людей. Это практически экономический коллапс. И здесь абсолютно прав президент. Он как батька нации, он должен видеть всех. И такую цену заплатить за это мы сегодня не готовы. И мы не будем за это платить. Вопрос возникает в другом. Так, а что, не видели это или не знали? Есть две причины, две составляющие. С одной стороны, мы все-таки думали, что более корректнее наши европейские партнеры поступят. И не будут использовать двойной стандарт. При вхождении Польши 75 миллиардов долларов было погашено сразу, 75 миллиардов долларов лили. Нам не то, что они компенсировали наши потери 20 миллиардов погашено на переплату, но и вопрос абсолютно финансовой компенсации, финансовой помощи не обсуждается. Даже когда обратились, да вы же помогите кредит получить МВФ на нормальных условиях, без диктатов, два раза увеличить коммунальные услуги, заморозить бюджетные выплаты, снизить пенсию и прочего, это не наш вопрос. С другой стороны, мы не думали, что Россия, обвинять нельзя, будет так жестко защищать, еще раз говорю, так жестко, твердо защищать свои экономические интересы. Кстати, Россия еще по-настоящему свои интересы не защищала. Если Россия начнет по-настоящему защищать свои экономические национальные интересы, у нас половина промышленности превратится просто в кладбище. Поэтому пришел претензий нет, они защищают свое. Ведь вы поймите еще раз один, что получается. Вроде бы да, подписал, но мы открыли шлагбаум в Европу. У нас закрывается шлагбаум в Россию, шлагбаум в Европу поднимается. А теперь ключевой пример приведу. Это примерно так. Шлагбаум открылся. Мы с вами сегодня все мы получаем возможность улететь, имеем право улететь в Нью-Йорк, в Пекин, в Лондон, но улететь мы не сможем. А сможем только тогда, когда будут выполнены два условия. Будет виза и билет. Так вот, для того, чтобы наши товары пошли, вроде права получаем. А технические параметры, технические характеристики еще лет 5-7 не будут пускать. То есть то не желтые, то есть то не того света, то есть то не того, не те технические характеристики ингредиентов продукции и так дальше. Там закрылся рынок, а сюда право, а мы не можем войти. Промышленность умирает. Кто за это будет отвечать? Имеет ли право президент, как лидер нации, как отец нации, пойти на это, умертвить десятки сотни предприятий? Нет. Нет, еще раз нет. Теперь дальше.
тебя ждет в жизни. Будет слава, ноги от тебя будут выкирать. Будет независимо от того, это физическое лицо, предприятие, бизнесовая структура, государство. Будет сильным признанием тебя. Последний пример. Кто-то апеллировал тому, что да вот две недели. Да, со всех сторон, но такого унижения, знаете, не стыдно. Когда приезжают, грубо сказать, чуть ли не два надсмотрщика в парламент, и начинают, пока кто голосует. Ну, мы должны себя уважать, будет страна все. При всем уважении к таким людям. Я уважаю, я к уважению к ним отношусь. Но в той миссии, которые не приехали, она унижала и их, и нам. Унизительно. Вот вы то сделаете, а потом дальше. А вот если вы по этой даме не примете решение позитивное, то мы тогда не подпишем ассоциацию и через 10 лет не подпишем. А что произошло? А произошло все одно, что было сказано, мы подписываться с вами не будем. И как только мы проявили принципиальную позицию, как только мы стали твердо заканчивать, проявили позицию части защиты интереса, сразу прозвучало, Виктор Федорович, приезжайте без всяких слов и подписывайте. Не готовы подписывать на ЕПИ, вы подпишите на лицо и так далее. Последнее, два месяца. Первое, что нужно сегодня. Мы должны взяли паузу. Нужно подумать всем крепко. Первое, нужно восстановить потенциал нормальных отношений на Востоке, реанимировать работу предприятий, рабочие места, зарплаты и так дальше. А дальше, прозвучал правильное предложение, давайте создадим проведем трехстороннюю встречу в формате России, Европа, Украина и найдем взаимоприемлемое решение, которое устраивало бы всех. Никто не хочет раздавать ни Европа, ни Россия, ни Украина. Народы создали заказ политикам дружить, торговать, сотрудничать. Поэтому Россия такое предложение приняла, европейцы сейчас думают, но, еще раз повторяю, мы изначально, пропозиция президента была изначальная, мы не готовы платить цену за европейскую ассоциацию ценой вражды с Россией. Вот такую цену, ценой потери нашего торгового партнера, нашего стратегического партнера на Востоке, такую цену мы не будем. Поэтому пауза, она с пользой для всех. Пауза, подумайте. Спасибо. Я обращаюсь, да, к вас. Депутат Смолиев,